Терамобил. Нефтекамск. Янаульская, 1А. Телефон 236-88. Водитель 56-го года рождения на автомобиле ВАЗ 10-й модели ехал по Николо-Березовскому шоссе в сторону улицы Дзержинского. В этот момент пожилая женщина попыталась пересечь дорогу в 10 метрах от знака «Пешеходный переход». По словам очевидцев, на необдуманный поступок ее подтолкнула убежавшая собака. Водитель 1956 года рождения, управляя автомобилем ВАЗ-211-04, двигаясь со стороны улицы Высоковольтной по улице Николо-Березовское шоссе в направлении улицы Дзержинской напротив дома 43 по улице Ленина, не обеспечил безопасность дорожного движения, совершил наезд на пешехода 1957 года рождения, которая переходила справа налево проезжую часть дороги вне пешеходного перехода в 10 метрах от нерегулируемого пешеходного перехода. В результате дорожно-транспортного происшествия пешеход получил серьезные травмы и была госпитализирована в Центральную городскую больницу города Нефтекамска.